столице Латвии состоялся ежегодный гольф-турнир на Кубок посла нашей страны. Он собрал в Риге порядка 40 игроков из разных стран мира, в том числе из Европы, стран СНГ, США и Южной Кореи. Гольфисты-любители боролись за главный приз турнира – кубок, выполненный казахстанскими мастерами в виде уменьшенной копии монумента Байтерек в Астане. Победителем игры и его обладателем стал участник из Беларуси. Буря эмоций, впечатление просто. Я такой приз никогда не выигрывал, не такой тур. Это первая победа такая крупная в моей жизни, поэтому эмоции меня переполняют. В Казахстане у нас традиция. Мы в день Конституции проводим турнир. Глава государства сам участвует в этом турнире. Поэтому, когда я приехал сюда работать в страны Балтии, была тоже идея провести здесь турнир по гольфу, который бы был посвящен Дню Конституции нашей страны. Безусловно, этим мероприятием мы привлекаем прежде всего любителей гольфа. А во-вторых, мы хотим рассказать о нашей стране, о Казахстане.